Здравствуйте! Сейчас я покажу вам комплекс упражнений из асимметричной гимнастики для мозга. Следующее упражнение капитанское. Одна ручка у нас козырьком. Здесь контролируем, чтобы пальчик прятался. Вторая ручка показывает, что у нас все во. Теперь меняем. Сверху всегда козырек, а здесь у нас всегда во. Через несколько занятий это упражнение можно усложнить, добавив хлопок. Здесь у нас козырек, во, и меняем ручки через хлопок. Так, следующее упражнение. Показываем ручку вперед. Здесь контролируем, чтобы пальчик прятался. Здесь у нас во. И меняем. Через несколько занятий также усложняем с хлопком.